Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам квартиру площадью 91 квадратный метр, в которой мы сделали шикарный ремонт под тапочки по нашему дизайн-проекту. Заказчики, подписчики нашего YouTube-канала, когда они приобрели недвижимость в новостройке, то обратились в нашу компанию. Многие вопросы мы обсуждали с заказчиками через интернет, в дальнейшем отправляли им отчеты о продвижении ремонта. Мы начали работу с выполнения высокоточных обмеров, а затем приступили к разработке дизайн-проекта. Квартира была в голом бетоне, ничего демонтировать не пришлось. Позднее мы заменили входную дверь от застройщика на более продвинутую модель. Мы построили перегородки из газобетонного блока толщиной 100 мм и тем самым сформировали планировочную структуру интерьера. В квартире просторная кухня, столовая, гостиная, уютная спальня, изысканный кабинет, роскошная ванна, элегантный гостевой санузел, удобная прихожая и вместительная гардеробная в отдельной комнате. Здесь мы реализовали много интересных решений. Давайте посмотрим, какой стильный, функциональный и комфортный интерьер у нас получился. Входим в прихожую. Входную дверь застройщика заменили на более надежную и стильную модель. На стене справа от двери домофон с сенсорной панелью управления. Справа вешалка быстрого доступа. Здесь у нас банкетка-обувница с мягким сиденьем. Удобно снимать и надевать обувь. Над вешалкой шкаф для хранения сезонных вещей. И снизу, с внутренней стороны, горизонтальные стенки шкафа проложена светодиодная лента для освещения полки для головных уборов. Напротив высокое зеркало с контурной подсветкой и консольная тумба с выдвижным ящиком для перчаток, ключей и других мелочей. Рядом скрытая дверь, открываем и проходим в гардеробную. Свет включать не надо, потолочные светильники включаются и выключаются автоматически по команде датчика движения. В гардеробной смонтированы встроенные электрические щиты, силовой и слаботочный. В силовом электрощитке все правильно и очень удобно организовано. Модули подписаны. Вот, например, вводной автомат, который подает напряжение и обеспечивает электрическую сеть в квартире. Позднее у этой стены будут установлены стеллаж с сетчатыми полками, как и у стены рядом. Эргономичная и компактная система хранения. Покидая гардеробную, обратите внимание, в прихожей, как и по всей квартире, кроме ванны и гостевого санузла, на полу уложен кварц-виниловый ламинат с фактурой дерева благородных пород. На стене напротив входной двери картина с растительным черно-белым с позолотой рисунком. Попадаем в коридор, слева в широком проеме открывается вид на акцентную стену в зоне гостиной. Картина в золотой раме прекрасно смотрится на молочном белом фоне. Большой модульный диван с кушеткой на высоких ножках выглядит изысканно. Обеденный стол здесь временно, он будет стоять в зоне столовой над дизайнерской люстрой. За столом с комфортом могут разместиться 8 человек. Прямоугольная столешница с фактурой натурального камня опирается на крестообразную конструкцию из никелированного профиля. Смотрится красиво и элегантно. Стулья пока находятся в другой комнате, мы их еще увидим. У стены напротив дивана телевизионная тумба. Пока здесь только тумба и шкаф-колонна с витриной для хранения сувениров, книг, арт-объектов. Вскоре здесь будет смонтировано декоративное каменное панно, которое будет служить фоном для телевизора. Взгляните, здесь тоже есть своя витрина. Это ряд застекленных шкафов на антресоли кухонного гарнитура. В них можно расставить красивую посуду и другие предметы на вкус хозяев. Подсветка создает внутри шкафчиков потрясающий эффект. Задние стенки антресольных модулей имеют ту же деревянную фактуру, что и фасады на стенах шкафов. Дерево прекрасно сочетается с фартуком из керамогранита под мрамор и фасадами нижних шкафов жасминового оттенка. Кухонный гарнитур П-образной формы, в торце барной части встроен винный шкаф. Кухонный треугольник сформирован по классической схеме. Двухсекционный холодильник занимает нишу у окна. Рядом колонна со встроенной техникой, микроволновка и духовка. Далее большая мойка нижнего монтажа. Ее почти не видно со стороны гостиной. Белая варочная панель инсталлирована в перекладину кухонной буквы «П». Подойдем к двухсекционной мойке из нержавеющей стали. На бортике столешницы кнопка измельчителя пищевых отходов. Смеситель с двумя режимами работы – для подачи питьевой воды и для мытья посуды. Гибкий излив очень удобно при мытье кастрюль. Заглянем в шкаф под мойкой. Здесь находится система фильтрации воды и измельчитель бытовых отходов, а также контейнер для мусора. В модуле слева встроенная посудомоечная машина. А за дверцей справа выдвижные ящики. Из гостиной мы видим ряд однотипных фасадов с лаконичными ручками.
Над варочной панелью стильная цилиндрическая вытяжка. На ней кнопки управления, позволяющие настроить мощность вытяжки, включить подсветку, сменить режим работы. Под варочной панелью расположены выдвижные ящики для хранения столовых приборов. Ниже более вместительные ящики для кастрюль и сковородок. А рядом, в барной части, сделан еще один напольный шкаф. Как видите, в кухонном гарнитуре достаточно мест для хранения посуды, бытовых приборов, текстиля и многого другого. Во всей квартире смонтированы гипсокартонные потолки. В кухне-столовой эти потолочные конструкции участвуют в функциональном зонировании. Над кухней сделана ступенька, то есть здесь потолок ниже, чем в гостиной. В кухне-гостиной использованы различные источники света. О люстре и световой ленте мы уже говорили. Кстати, рабочую поверхность кухонного гарнитура освещает лента, закрепленная по низу на стенах шкафов. Трековая система в зоне гостиной с потолка спускается на стену. Поворачивая светильники, можно добиться невероятных световых эффектов. В зоне кухни установлен еще один трек с линейными светодиодными светильниками. И, наконец, по всему потолку разбросаны встроенные споты. Продолжим наше знакомство с квартирой. В коридоре напротив проема в кухню-гостиную дверь в гостевой санузел. Стены и пол облицованы очень красивым мраморным керамогранитом. Слева подвесной унитаз, рядом с ним на стене гигиенический душ. Система инсталляции находится в сантехническом коробе. Над ней шкаф, за его дверцами водомерный узел. Здесь располагаются коллекторы горячей и холодной воды, система защиты от протечек, фильтры, редуктор давления и другие устройства. На другой стороне раковина, встроенная снизу в столешницу подвесной тумбы. Над раковиной большое зеркало с контурной подсветкой. На гипсокартонном потолке встроенные споты и входные отверстия принудительной вентиляции. Возвращаемся в коридор. Напротив двери в ванную выполнена деревянная конструкция, декорированная светодиодными лентами. Она разбивает монотонность длинного прохода и обеспечивает комфортную обстановку в коридоре. У двери в ванную установлены дизайнерские настенные светильники. Залетаем в ванну. Стены и пол облицованы светлым мрамором. Под экраном белоснежной ванны сделана ниша с подсветкой, которая создает эффект парящей чаши. К тому же она позволяет близко подойти к бортику ванны. Тропический душ и смеситель встроены в стену. Это практичное стильное решение. Нет душевой стойки, которая занимает пространство и требует дополнительных усилий при уборке. Вся сантехника и электрический полотенцесушитель хромированы и рифмуются зеркальными дверцами настенного шкафа. Справа от двери устроена мини-постирочная, где находится стиральная сушильная машина. Тандем встроен в мебельную конструкцию системы хранения для банного текстиля и других вещей. Рядом гигиенический душ и подвесной унитаз. В ванной есть ниша между капитальной стеной и стенкой веншахты. Посмотрите, как она выглядит на плане. В этой нише устроили систему хранения, узкий деревянный шкафчик под дерево. Зона раковины пока находится на стадии монтажа. Раковина и столешница подвесной тумбы образуют единое целое. Такой эффект достигается за счет использования белой раковины скрытого монтажа. Под тумбой предусмотрена открытая полка для полотенец. Посмотрите, как эта композиция выглядит на визуализации дизайн-проекта. А теперь пройдем в спальню. Акцентная стена за изголовьем кровати декорирована деревянными панелями. Прикроватные тумбы освещают дизайнерские светильники. У окна трубки на подвесах, а у двери настенные светильники в виде летящего мотылька. По обе стороны кровати стильные лампы, считалки с кнопками выключения. За кроватью мягкое изголовье с обивкой из той же ткани, что и корпус кровати. Изголовье продолжают такие же панели по обе стороны кровати, и в них вмонтированы розеточные группы. Тепловизионная зона интегрирована во встроенный шкаф, который занимает всю стену напротив кровати от пола до потолка. Перемещаемся в соседний кабинет. Пока здесь не завершили расстановку мебели, но все равно это помещение выглядит великолепно. Взгляните на акцентную стену, у которой будет стоять диван. Для ее декорирования использовали молдинги и 3D-панели со скрытой подсветкой. Вот так выглядит эта стена на визуализации дизайн-проекта. У окна инсталлирован шкаф высотой от пола до потолка с филенчатыми фасадами. Один из модулей этого шкафа занимает открытый стеллаж для хранения книг и папок с рабочими документами. Рабочий стол разместили у балконного окна рядом со стеллажом. Для такого светлого и просторного интерьера идеально подходит стол из прозрачного пластика. К кабинету примыкает большая, хорошо обустроенная лоджия. В ней хватит места для кресла с журнальным столиком и для беговой дорожки.
В стену под окном встроена розеточная группа. Оконные конструкции лоджии изготовлены на базе энергосберегающего профиля. Для утепления стен использовали эффективную теплоизоляцию. Вот такой интересный проект у нас получился. Заказать дизайн проекта ремонт можно у нас по ссылке в описании. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!